Да, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про зомбаков. Зайдем в домик, посмотрим. Ничего пока не сделали, ладно, хорошо. И отправляемся к Тони. Сейчас мы отправимся к Тони и поговорим с ним. Этот коридор пройти невозможно, как это выглядит, сказал. Так я и думал. Возьми взрывчатку и взорви все к черту. Принято. Взорвать все в коллекторе нафиг. Ну что ж, отправляемся в коллектор. А, нам добавили очки умения и бензин. Хорошо. Сейчас мы это умение расфигачим. В огнестрелочку. Все. 92% у нас. А больше я ничего не хотел. Целительство, это ничего не хочу. Отправляемся. Взрыв в коллекторе. Ну что ж, отправляемся и будем взрывать. Все. Возвращаемся в коллектор. О-о-о, у нас здесь всегда места мало, так. Так что. А зомбаков здесь много. Особенно вон хрикающий. Но мы, наверное, будем использовать все-таки взрывчатку. А, ушел. Ушел, а эти-то меня видят, гады. Есть, отлетел прям, смотри. О, перезаряжаемся быстренько. Есть. Ах ты, ё-моё, гад, а. Все, хорошо, хорош. Так, бабищу сейчас эту быстренько. Есть. Кто у нас там остался? Ах, тут вас много как, а? Это меня не видит. Отлично. Хорошо. Не, смотри, на меня идет. На меня идет, гад. Меняем оружие. Все, готов, отдыхай. Полежи, отдохни немножко, зомбачок. Есть вот этого сейчас. Опа, готов, хорошо. Все, больше никого. А, нет, вот есть еще один. Сейчас мы тебя, подожди, друг. Подожди, дружок. Ой, промахнулся. Оп, готов. Все, собираем, делаем мост. И сейчас пойдем убивать следующих зомбаков. Это все опять проходить, елки-моталки. О, вот этот грозный тип. О, эти подошли, дурачки. Быстренько убегаем сюда. Есть один. И второй. Второй готов. Так, вот бежит. Раз тебе, два тебе. Куда ты бежишь-то, гад? Потише иди. Ох, мимо. Есть. В башню тебе. Подожди, не харькайся. Раз, два, три. Сейчас, подожди, еще один удар тебе, подожди. Давай, давай, подыхай. О, все, готов, отдыхает. Все, исчез. Вижу бабищу. Опа, готово. Хорошо. Следующий кто на очереди? Готов один. Сколько у меня там? 700 патронов, нормально. О, и вот этого сразу. Это что такое кусок кожи? Я думал, золото. Я думал, золото. И тут две бабищи. Раз, одна готова, и вторая. Хорошо. Куда идти? А, вперед. Вперед идем. Открываем коллектор. И тут у нас... Ух ты, подожди, алло, стреляющий. Стреляющий. Так, отбегаем. И отсюда будем стрелять в него. Вот он идет, смотри. Смотри, а он меня попадает. Он стреляет прямо через вот эти штуки. Есть. Два. Три. Перезаряжайся быстрее. Ты что такой медленный?
Опа. Мимо. Не, давай оружие сменим. Очень долго. Очень долго. А я здоровья свое не вижу. Я не вижу свое здоровье. Надо будет вниз отправлять. Вниз надо отправлять будет фотку. Потому что, а здесь есть, показывают его здоровье? Нет, надо будет вниз идти. Зомбачки есть. Ух ты, подожди, гад. Все, готов. Тоже готов. Ах ты, гад, смотри, головой крутит, а? Ну, бабища, она хорошая, она молодец, она не крутит башкой. Есть. И этот остался, чувачок. Эй, в смысле, подожди. Да ты чё, гад, а? Иди нафиг отсюда. Все, идем, спускаемся. Спускаемся, открываем, и там куча зомбаков, да. Знаешь, что я сейчас бомбочку кину вам? Ой, далеко бросил, ребята. Нафиг. Так, да, где другая у меня? Четверка. Вот это прям хорошо их взрывает. О! Да ё-моё. Чё так долго перезаряжаешься? Давай другое оружие. Давай, все, готов. Отдыхай, все хорошо. Открываем, смотрим, что здесь. Харкающий. Да ё-моё, где, в смысле? Как ты, из-за спины харкаешь или что? А, нет, смотри, он взял, повернулся такой, бац. Выстрелил и дальше пошел. Ты чё, бешеный, а? Стоит такой раз, повернулся и харкает. Есть, критический удар. Повернись, давай сюда. А, гад. Давайте я буду в плечо стрелять. Или в задницу. Кто там? Что происходит? Что ты орешь? Все, готов. Отрубился. Перезарядка, конечно же. Ребятушки. Хорошо, что вы меня не видите. Я далеко стою. Они меня не замечают. О, готов. Готов. Ах ты гад. 600 патронов у меня. 650. На вас только патроны тратишь. А вы еще головой вертите. Есть. Все, готов. Отправляемся чинить мостик. А какого фига они что, мосты эти опять разломали все? Я ж тогда строил. В прошлой серии я все мосты построил. На. Подожди секунду. В смысле? На вам гранатку. Угу. Да ё-моё. Меня точно сейчас убьют. Я не увижу, что меня убили. Короче, знаешь, что я сделаю? На всякий случай я буду подлечиваться. Съем бобы. И подлатаюсь, слушай, а? А, вижу, у меня 106 здоровья. 107. О, нормально. 107. 100. А, вот все, я вижу тебя. 111. 113. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Умри, гад, умри. Я тебя прям в башню. С расстояния маленького стреляю. Да ё-моё, это перезаряжается долго. Все, все готовы. Сколько там? 110. Нормально, нормально. 110 здоровья, офигенно. Все, теперь я, в принципе, вижу, сколько у меня здоровья, это хорошо.
Вот, завал. Используем динамит. Отойдите назад. Все, взорвали, нормально. Ох ты, миссия завершена. Взрыв в коллекторе. Так, здоровья в принципе много. Зайдем, посмотрим, что здесь интересного нету. А здесь ничего интересного нету. Все, возвращаемся домой. А это что такое? Охота на зомби. Нет, спасибо. Возвращаемся домой. Входим. И кому там? К Тони, да, мне надо обратиться. К Тони. Вот, Тони, да, что-то. Тони хочет сказать мне. Тони. Сколько он мне заплатит за это денег? Сейчас посмотрим. Как это выглядит? Коридор уничтожен, но теперь в нем полно радиоактивных отходов. А теперь он скажет, теперь радиоактивные отходы нужно убрать. А денег вообще мало дал. Проклятие, вся работа псу под хвост. Ладно, я придумаю новый план. Продолжить. Вот твоя награда, 2000 долларов. О, 2000 за кэша. За кэш дал мне, за кэш. И все? Че, алло, ты больше со мной не хочешь базарить? То тут что за дверь? Тут ничего интересного. А, ключ, смотри, алло. О, интересно, подожди, а что за ключ-то, интересно, я у тебя нашел? Подожди. Ключ у этого бедолаги, у пьяницы. А ты нашел ключи? Я пил у Тони. Да, конечно, пожалуйста. Спасибо, мужик. Если ты мне дашь немного денег, я тебе научу, что... Я тебя научу чем-то очень полезным. Ладно, только не трать все на бухло. Без шансов. Ты все потратишь на бухло, я тебе ничего не дам. Дадим? Давай дадим, мы ж добрые. Держи. Спасибо. Путешественник 2. Ну, мне это путешественник. Ладно, у меня для тебя есть работенка, если тебе интересно. А я не смог убрать сено на фирме Нормана. Если ты это сделаешь, ты будешь вознагражден. А, 200 патронов даст. Слушай, друг, тяжелая работа еще. А сколько я патронов потрачу? Вот это мне интересно. Идем к торговцу. И, а что у него? А, умение целительства он продает. За 1000. Возьмем две. Две штуки возьмем. Спасибо. И золотишко мы тебе все вот продаем. Чтоб еще такое бы у тебя купить. Вот куртка, броня 12. Броня 12, не знаю, много это или нет. Сейчас я посмотрю, сколько у меня брони. А у меня броня 8 всего лишь. А у того, тут еще один торговец есть. Я у него сейчас спрошу, что у него есть. Может, тоже куртка какая-нибудь. Нет, у этого чувака нет куртки. А, так, такое у меня оружие есть. А ну как, снайперская винтовка М24, да. Вот она у меня, она есть. Все нормально. Ага. Сейчас мы используем целительство. Используем. И еще одну используем. Все, хорошо. Хорошо. Так, это что такое горит? Бензин? Нет, бензин мне не нужно. Спасибо. И тут все у меня нормально, в порядке, да? Можно даже что-то убрать. Сейчас посмотрим. Вот эти патроны, я ими не пользуюсь. Сюда. Эти тоже сюда. Водичку положим сюда сверху. А бобы тоже сюда вниз. А вот это вот от радиации. А что их две? У меня же было их больше, нет? Тоже от радиации 4. Это что такое у нас? А, витамины. Скорость перезарядки. Витаминочки оставим. И патроны эти тоже уберем, они мне пока не нужны. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если ты это еще не сделал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.